Всех приветствую в это прекрасное, морозное, доброе утро. Что мне сподвигло заниматься моржеванием? Это канал Крепче Стали. Я посмотрел, как там Паша моржует. Тоже захотелось, честно, никогда не практиковал это. Просто обливался холодной водой периодически, но не моржевал. Сегодня буду его пробовать. Конечно, мне поддержал Иван, мой друг. Сейчас найдем встречу с ним, делаем легкую пробежку, разминку и будем моржевать и делиться с вами эмоциями. Погнали! Утром встали, крепче стали! Всем добра! Ты готов к безумию? Конечно. Базаров нет. Морозное утро, легкая разминка перед небольшой пробежкой и небольшое восхождение на нашу гору, а потом дальше будет закаливание. Ты свободен, чел! Вот это да! Дух захватывает, друзья! Дух захватывает жестко! Ноги сводит! Но мы идем к своей цели, мы не отступаем! Давай! Утром встали! Крепче стали! Красота-то какая! Я смотрел канал Крепче Стали. Паша делает это легко. Я надеюсь, мы тоже так сделаем. Морозное утро. Ини, да? Красиво, да. Смотрится, смотри. Чего? Вот так надо все. Передаем атмосферу этого утра. Иван, ты доволен нашей процедурой? А, смотрите, как солнце. Я счастлив, я свободен. В общем, пробежали все, залезли на небольшую, мол, все-таки возвышенную, правильно? Да. Покупались, поморжевали. Вечером ждем на тренировку. Да. Получили огромный баряд. Ой, баряд. Заряд бодрости, сил, бодряд. Энергии. Бодряд, короче. Ну, мы вам всем советуем, но насчет моржевания пока не знаем. Посмотрим по нашим ощущениям. Потом будем советовать. Потому что это первый раз все-таки мы это делали.
советую выходить из зоны комфорта. Во, вот это почаще. Точно, вот это нужно делать. Почаще, почаще. Да. Делать какие-то безумные вещи, ну, с умом. Да, совершенно верно. С зоны комфорта выходить, я согласен. Но надо ко всему подходить с умом. Ну, в общем, так-то все, в принципе, здорово. Правда, это, тело сводит, да? Нет, сейчас у меня горит все прям. Нет, когда заходили. Да ты что? Когда заходишь... У меня на ногах ноги, эти пальцы в кулаки сжались на ногах. Когда заходишь, сводит ноги, короче. Тело так колет, обжигает. Маленько даже дыхание перехватывает. И охота вроде подольше поплавать, но понимаешь, что ты не вывозишь. Что охота быстрее нужно на сушу. И знаешь, где-то 50 на 50, как на крещение вода. Короче, круто. На крещение теплее, мне кажется. Да, вот сейчас, потому что осенью, походу, холоднее, чем зимой даже. Купаться в проруби, да? Но. Ну а потом сейчас идем, тело действительно обжигает. Тепло сразу стало. Он, Иван, зарядился еще энергией. Ну, в общем, прекрасно, друзья. Мы всему рады. Да, Иван? Так точно. Утро прошло не зря. Позитивное, хорошее утро. Не могли рассказать про свои ощущения, когда были в воде. Это реально аж дух захватывает. Ну, блин, мне понравилось. А тебе, Иван, как чувствуешься? Ну да, если бы сейчас бы еще куда-нибудь баньку. Ну, в общем, круто. До моржевания мы, наверное, еще сильно не доросли, мы просто занырнули, маленько проплыли, и такого не было, чтобы там минут 10 там плавать. Ну, для начала, я считаю, достаточно. Ну, в общем, впечатлений моря. Все понравилось. А тебе? Да. Иван уже одевается? Я еще, блин, нет. Ну, короче, друзья, закаляйтесь, развивайтесь разносторонне, будьте сильными. Всем добра. Добренького.